Вчера стало известно, что телешоу «Дом-2» закрывается после 16 лет работы. Последний выпуск покажут на ТНТ 30 декабря. Надо сказать, что многих эта новость только обрадовала. Но Ольга Бузова оказалась не из их числа, ведь ее карьера началась именно на проекте. Шоу «Дом-2» больше не будет в 23.00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. «Дом-2» стал культовым реалити-шоу. «Дом-2, я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать, поэтому пока все. Прощай, легенда. Навсегда твоя Оля». Написала Бузова в Инстаграм и поделилась фотографией того времени, когда она была участницей шоу. Правда, гендиректор «Дома-2» намекнул, что проект не заканчивается. Но на ТНТ его больше транслировать не будут.